Так, на старте самый серьезный аппарат. 12 лошадиных сил. Вперед перелезывают. Касса безопасности. Андрюха, а вы какие по жеребьевке? Пятые? А уже тут ровно будет, пройдете. Пошел академик. Ого, какой у него штурман, слышишь? Бородач, я думаю, ты поехал бы даже пешком с таким штурманом. Посмотри, как идет. Чуть Игоря не завалило. Блин, как идет. Пониженный. Он проплывет, наверное. Да нет, ходом пройдет. Да, динамично. Почти как Родиус. Или в это, или в бедрука. Поехали, что ты застрял-то? Бедрука. Да не очкуй, гони. Надо спуститься. Безопасность. А что там можно? Серега, отойди чуть-чуть. Просто страшно. Андрюх. Нормально. А что так? А можно вообще на спешный участок пилотом? Ого, и фары заранее включил. В темноте готовится. Сейчас раз и пожарка в яме. Это уренизирует. Не-не, это такой, что может затащить, вы его не знаете просто. Там 12 лошадей, причем бешеных. Не, ну яма классная. Пашенька, он выйдет или нет? Мы на метро на Троещину, блин. Бородач говорит, метро на Троещину. Идет, идет, Юрец, нормально. Просто смотри, ну вот я стою на кострелке обнимаю. Завод сейчас заведется, газуй. Блин, тишина зловещая просто. Все замерли. Все не понимают, что происходит. Посмотрите, в тех домах люди в окнах все. Ну, это сейчас мне напоминает слепого, как он пил, бензопилу заводил. Да? Да нет, слепой как-то ровнее стоял тогда вроде. У кого мощнее лебедка, тот и победил. Нет. А не от лебедки, от прокладки. От какой лебедки? Что ты путаешь, Серега? Я в этом не разбираюсь. За прокладки начал тут разговаривать. Always Ultra. Чтоб пожарку не врезался. Пожарка вот тут на якоре. Надо вручную подтянуть. Из-за этого, думаешь? Ну да, там Олег, есть бензин? Блин, я уже на шпагате устал стоять. Быстрее, Юрец, выезжай. Стою на шпагате, блин. Чего я так стал, непонятно вообще. Я помотаю.
Да не, комаров нету, я позже дадим. Это простой вариант. Главное, чтобы комаров не выпало. Ёханый бабай, что творит? Вы посмотрите. Давай, 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 идет. Идет, Юрец, давай. Он еще плывет. Не бросай, гад. Может из салона выпасть. Пристегнись. О, давай! Что там с ним, Пашенька? Ну как танки, глянь. Давай, да? Спарта, Руслан. Держи его за ноги. Давай. Иди помогай ему. Как Глеб Егорович, это самое. Идет, идет! Оторвется. А не бзди. Держи, держи меня за ногу, мне не так страшно, Паша. Бельевая оторвется, блин. Че бельевая? А какая это? Да это специальная какая-то. Специальная бельевая. Усиленная. Еще 10 сантиметров. Вот это красавчик просто. Чуть-чуть, чуть-чуть. Давай. Давай. Боксу, боксу давай, готово. Давай, давай. Ёханый бабай, вот это мочит. Вот это экшен. Даже песок не отсыпал. Красавчик! Ну и где настоящий академик? Наш лучше. Наш лучше, да ну ты шо вообще без вариантов просто. Вот это, блин, вообще! Юрец, можно я с тобой дальше поеду? Можешь рядом пойти. Побегу рядом, давай, как обычно. А у него занятый в сне. Одно место есть, Паша, садись. Садись. В ящик все садись. В ящик. Андрюк, я не знаю. Побежали или что? Ну давай, давай. Давай, мы будем рядом идти. А что вы там рядом? А там вода. Мы будем рядом, ты не смотрел. Ой, ой. А куда он дальше? Там. Все, все, стоит. Пошли! Пошли! Нет, ты так быстро. Эй, стой! Слышь, а он какая-то у него сопровождает вверху, посмотри, у него свой вертолет. Моисей, подожди нам. Все пошли. Так, друзья, лужа высохла. Не, ну это очень серьезный. Это ему приз кресла, да, стоит. Что, опять задом? Сюда шуруй, нахлобучивай. Эбонитовая палочка. Многие так и ездят на гонках. Не так, надо распутать, и она начнет увеличиваться. Как страхи тут.
Что неинтересно дальше? Чего неинтересно? Можно расходить. Все, да. А как он здесь выйдет? Он сейчас на обед на Троещину и через 2 часа вернется. Включи машину. Кстати, ему если вместо вот этого его кресла вот твое поставить, я тебе скажу, выглядела бы машина намного солиднее. Я про вот это, которое у Сани на крыше. Посмотри, как он в цветах красиво смотрится вообще. Шишига? Ну и шишига, и академик наш. И полетели эти фейерверки, да? Пузырьки. Я вообще его не вижу, только кепку. Не, я вижу он. И штурман у него сзади один почему-то. Там не проходит по коридору. Блин, а где ты кресло такое взял, Сань? Так, я на мусорке шарю сейчас. Да? По Харьковскому? Да. Или на Поздняках? Везде. Везде, да? Еду, вижу кресло. Думаю, надо на соседнее кресло приехать. Я живу на Сан-Йонге. Да? Да. Так бомжи бежали за тобой 2 квартала, наверное, да? Ого, это он сюда же пришел? Да. Давай! Пониже, но давай! Ходом бери! Разгон с того берега. Возьми с того берега разгон! Тяжелый штурман. Красиво идет. Почти. Не, ну нормально идет. Красавчик. Пошел на победу. Ёханый бабай, опять в канаву его бросает. Страшно, наверное, там. На скорости будет идти. Давай, Юрец, давай! Подвесочка работает. Тут собрана машина из восьмерки. Кусок УАЗа, классика. Все есть. Кусок китайского мотора. Все, пошел на финиш. Квадрокоптер 4 раза аккумулятор менял, пока Юрец проехал. Денег хватило, хватило. Он не любит просто скорость, Яна. Он не любит скорость. Но мы и ходим пешо, да, не спеша. Нет, он привык к такой скорости просто. А, не любит? Все, финиш. Тебе виднее, Руслан. Ты что, не знаешь, что все проблемы от скорости вообще? Ну да. Молодец. Очень уверенно. Слышишь, поделись впечатлениями про первый заезд. Говорю, представим, все бы машины были во всех категориях такие. Типа, скоростные? Возьми, да, да. Гонка 2 недели, да? Да, где-то на среду старт намечен, и до 9 где-то рассчитывайте, если хотите повалить за этого участника. Издевается. Облепили машину. Как мухи.